Вот тепловоз застрял. Это вчера вот после Бурана. Алмата, Караганда, вот тепловоз. Вот все приехали откапывать. Вон какая глубина. Вон по кабину, по окнам. Здесь ёжик даже. И по крышу даже. Давай, давай, работай. Все даже не суйтесь на трассу Караганда-Астана, ее просто нет. Вот люди машины бросают, уходят. Так что сидите, господа, дома. Забудьте о дальних поездках. Я даже не знаю, как вот эти машины будут откапываться.